огромный привет, дорогие друзья, дорогие рукодельницы! Я приветствую вас сердечно на своем канале. И это видео сегодня посвящается второй части конкурса под названием «Свяжем вместе позитив». Итак, друзья, еще раз коротко об условиях этого конкурса. Самое главное условие – это ваше позитивное настроение. Друзья, нам будет очень приятно, если вы будете принимать участие в этом конкурсе и поддержите нас, своего любимого блогера. Вторая часть, мне кажется, такая интересная часть, потому что в этой части мы уже будем показывать свои процессы. Итак, я зашла немножко наперед. Нам нужно в этот промежуток времени с 8 февраля по 8 марта связать что-то интересное, позитивное, необычное. И так как это конкурс, конечно же, будут победители, будут призы. Призы будете получать вы, зрители, а также мы, блогеры. У нас есть спонсоры. Это магазины Ян21, магазин Сижу-Вижу, а также Евгения Ворона. Это девушка, она делает своими руками замечательные индивидуальные шикарные броши. И также магазин Филато Итальяно. Сейчас высветятся подарки, которые обещают спонсоры нам, блогерам. А наши подарки, друзья, которые вы получите от нас, вы увидите на странице в Телеграм. На Телеграм-канале был специально организован канал для вас, зрителей, чтобы вы туда присылали нам свои работы, фотографии ваших работ. Итак, друзья, я думаю, здесь с условиями все понятно. Классное настроение, энтузиазм и подхватить волну нашего конкурса и присоединиться. Это самое главное. Итак, дорогие зрители, так как мы находимся во второй части конкурса, я хочу попросить вас и напомнить вам, что мы в этой части голосуем. Голосуем за самую веселую историю. Как вы уже знаете, с первой части каждый из нас рассказал веселую, забавную, интересную историю, связанную с вязанием. Вот, поэтому ваша задача сейчас пойти на каналы девочек и проголосовать за вашу любимую, на ваш взгляд, интересную историю. То есть вы голосуете под моим видео за историю там Оли или за историю Юли. Вы пишете просто, да, я голосую за историю Юли. Я голосую за историю Елизаветы, за историю Алены и так далее. В общем, под моим видео вы не голосуйте за мою историю, которую я еще не рассказала, друзья. Я вам расскажу несколько позитивных, интересных моментов из моей жизни, связанных с вязанием. И если они вам понравятся, то вы можете за меня проголосовать у девочек на каналах. Договорились? Вот, потому что в первой части я почему-то упустила этот момент и ничего не рассказала. Я очень волновалась, так как со мной была моя племянница, мне приходилось говорить на немецком, переводить немножко. Я на самом деле очень волновалась. Вот сейчас тоже сижу, снимаю и волнуюсь. Вы не представляете, сколько кадров я уже сделала, чтобы вот снять один промежуток без перерыва. Это очень сложно, на самом деле, мне сконцентрироваться. Если я хочу выразить какую-то мысль, у меня обязательно улетучивается одно или другое слово. И вдруг у меня такой, ну, стоп в голове. Я сижу и думаю, как это слово сказать, как это было. Вот, потому что мысли лезут на немецком языке. В общем, я очень волнуюсь и путаюсь. Но раз уж мы так плавно перешли к этому моменту, друзья, и я затронула эту тему позитивное вязание, то что значит для меня позитивное вязание? Для меня все позитивное, все, что связано с вязанием, с рукоделием, не только вязание, рукоделие. Одним словом, я так скажу, что вязание для меня это как йога для души. Так я называю вязание, да, то есть мое рукоделие. Чем бы я ни занималась, в большей мере я, конечно, вяжу спицами и крючком.
И когда я погружаюсь то в вязание, если я этим занимаюсь, полностью погружаюсь, то для меня это просто отдушина. Так как я в настоящее время вяжу и всегда уже вязала просто, ну, как в качестве вязания, это мое хобби, я этим не зарабатывала деньги, а вязала просто как для души. Поэтому, да? Вязание для меня это отдушина, это успокоение своего состояния. Я очень человек эмоциональный, впечатлительный. Если я переживаю какие-то проблемы или стресс, вот вязание, оно меня реально успокаивает. Я всегда уже связывала рукоделие с чем-то позитивным, с таким, ну, добрым, с, не знаю, веселым. Да, как вы уже знаете, я вяжу с детства, друзья. И раз уже мы, да, вот раз мы уже к этому пришли, я расскажу несколько моментов из моей жизни, когда я была маленькая. Не знаю, я очень много прокручивала в голове и думала, какую же историю рассказать вам о вязании. Мне никакие истории смешные в голову не приходили. Хотя я уверена, что они происходили в моей жизни, но я их наверняка просто забыла, друзья. Для меня вязальные истории это больше как вдохновение, что-то такое доброе и похвала, потому что я очень часто со стороны родных, родственников и друзей слышу похвалу. Меня всегда хвалят, делают комплименты за мою работу, за терпение, за, ну не знаю, всегда уже так было, да, вот. Вот. Но в детстве у меня были такие моменты, я вот вспоминаю, когда, допустим, я училась вязать крючком. Спицами я научилась вязать от своей мамы, а крючком меня, значит, мама отправила на кружок. На этот кружок мне нужно было ходить после школы. Это был дом культуры, я помню. И у нас там преподавала женщина. Она была гречанка, ее звали Елизавета, по-моему, и она преподавала кружок, значит, вязанием крючка. Вы не представляете, с какой жаждой, с каким настроением я ходила к ней. Для меня первый урок это было что-то такое грандиозное, друзья. Вы не представляете, как я полюбила на тот момент вот вязать крючком. Она мне показала реально, да, как вяжется воздушная цепочка и столбики с накидом. И я помню очень хорошо, мы начали не с поворотного вязания, а просто с круглого мотива, с салфетки. Я думаю, потому что просто на то время вязание крючком актуальным, это было все для интерьера, да, салфетки, половички, покрывало, постельное белье обшивалось, обвязывалось именно кружевом, да, вот вязаным крючком. И я вот помню, Елизавета, я не помню отчество, к сожалению, она меня учила вязать крючком, и для меня это было просто волшебство, друзья, другими словами я не могу назвать. И вот я вернулась домой. У меня была такая хлопковая пряжа, белая, я помню, и железный крючок. Не знаю, или мама мне крючок купила, или... Да, я думаю, что крючок мне купила мама, вот. И когда я пришла домой, вы не представляете, я не отрывалась от этого мотива, я его вязала, вязала, как могла, она мне показала, да, значит, я думаю, уже после того, как я пришла домой, я пробовала вот так далее вязать по кругу, конечно, я повторяла свои походы к ней, ходила на кружок, не знаю, в течение нескольких месяцев, возможно, может быть, несколько недель, я, честно говоря, не помню, сколько раз я ходила на этот кружок. Но все, что я там научилась, мне вот хватило, да, базовое, провязывать, вязать воздушные петли, столбики и так далее. И я помню,
Эту салфетку с крючком я взяла в школу, друзья. Я взяла, упаковала ее в сумку, и когда мы сидели на уроках, у нас-то на уроках надо было вот так, да, сидеть ровно, не ерзаться туда-сюда. И я знала, что у меня моточек с крючком с собой. Так вот, когда была свободная минута или там можно было расслабиться, я вот так вот открывала сумку и всегда подглядывала. И в мыслях говорила, скорее бы домой, чтобы вязать. А когда я приходила домой, я в первую очередь, я вот не знаю, я помню очень хорошо в первые именно дни, когда я училась, я только, у меня была в голове только этот крючок и эта нитка. В общем, вот сейчас до сих пор вспоминаю про те чувства, которые я получала, удовлетворение от учебы, то, что я научилась вязать крючком. Эта история была про крючок, друзья. Ну, а спицами учила меня вязать мама, и мне было очень интересно листать ее альбом. Она имела вот такой, ну, альбом такого формата, длинного, да, и в этом альбоме, альбом для рисования, в этом альбоме мама клеила все образцы, потом вручную она рисовала узоры, если она какие-то знала, а мама училась от одной соседки, женщины, ее звали Ида Игнатьевна. Вот, от Иды Игнатьевны мама училась вязать, и, ну, я знаю, что эта женщина вязала очень хорошо, и, ну, мама могла, конечно, вязать, как и все, да, все обыкновенное, но у Иды Игнатьевны она училась особенным техникам. Я видела там реглан, потом как вяжется круг, прибавки, убавки, карманчики, разные узорчики. И вот когда я листала этот альбом, для меня это открывался, для меня целый мир. Вы не представляете, я вот представьте, мне было 9-10 лет, я не знаю, точно, да, но я помню с малых лет уже, со школы до подросткового возраста у меня была вот эта тяга к вязанию. Для меня это было всегда позитивным, всегда добрым, и я знала, что я это никогда не брошу. Вот такие приятные моменты из моего детства, друзья. Конечно, очень много таких моментов, если я вспоминаю, то много есть моментов из моего детства, связанные с рукоделием. Я всегда с настроением, с желанием большим хотела у мамы учиться чему-то. Моя мама и вязала, и шила. У нас было много детей, мама шила нам всегда, девочкам, юбочки, форму обшивала, да, ну, как и у всех, манжеты, кружева и все такое. Мама была очень усердной в этом деле. И мне всегда нравилось наблюдать. Да, вот такие вот истории с детства, друзья, до сих пор остались. Остался приятный осадок от того, что я научилась от своей мамы, от людей, которые меня учили. И также так на протяжении всей своей, ну, детства и юности я всегда соприкасалась с вязанием. Конечно, помимо вязания, меня очень-очень интересовало также шитьё. Так как мама шила, мне этот процесс всегда очень нравился. Вот эти кусочки, лоскуточки, это все было мое. Я это все обожала, до сих пор обожаю. Я бы сейчас тоже шила, но, к сожалению, чтобы шить, у меня нет места. На шитье все-таки нужно иметь угол, иметь мастерскую, где бы стоял стол, машинка, полки и так далее. У меня есть швейная машинка, но она где-то в шифонере лежит для таких моментов, если надо подкоротить что-то, подшить занавески, штаны подкоротить и так далее. На самом деле с шитьем у меня была другая еще история. Я выучилась на швею здесь, в Германии. А там, в Казахстане, я закончила курсы на швею и так далее. В общем, это тоже принадлежит к моему, одно из моих любимых таких дел, занятий, но, как говорится, сейчас я не могу посвящать этому много времени. Конечно, я очень надеюсь, что когда-то у меня будет такая возможность сделать, уделить помещение отдельно на мастерскую, но об этом я мечтаю всегда, то тогда у меня будет и швейная машинка, и все, что я всегда хотела.
Вот так вот, друзья. Ну, веселых историй, связанных с вязанием, наверняка они были. Мне даже снятся сны часто про свои мои процессы, как я вяжу, как распускаю. Мои модели снятся мне часто во сне. У меня были такие моменты, так как я вязальщица, конечно, мои сестренки тоже вяжут. Но они могут вязать, они обладают умением связать лицевые, изнаночные ряды, но, конечно, никто из моих сестренок как бы больше не углублялся в эту тему. Вот, и как-то мы с сестренкой сидели, она вязала своей дочке что-то, и я вязала. Ну, а я когда вяжу, разгонюсь такая, и давай, быстро-быстро, и спица о спицу, знаете, да, когда разгонишься, вяжешь на быстрой скорости лицевую гладь или изнаночную. И вот, и мы сидим за столом, вяжем, а у меня спица о спицу стучится такая. А Оля такая говорит, замерла. Я говорю, а что ты не вяжешь? Она говорит, я не могу так вязать. Говорит, чем быстрее ты становишься, тем медленнее она. В общем, мы так смеялись. Мне так смешно стало. Я не обратила внимания. Она сидит, потом смотрю, замерла и на меня смотрит. Говорит, ты не можешь помедленнее вязать? А мне так смешно было. Я говорю, ну ладно, давай. Постараюсь вязать помедленнее, чтобы она тоже набрала свой темп. Ну и часто прикалываемся, делаем какие-то шутки. Девчонки всегда надо мной как бы в позитивном смысле смеются, прикалываются. Ох ты, машинка вязальная на меня. В общем, да, такие моменты из жизни. Но, честно говоря, я же на заказ не вязала. И не знаю, у меня не было, не пришло в голову какой-то ужасно смешной истории. Друзья, расскажите вы ваши истории. Оставьте под моим видео в комментариях. Возможно, это уже немножко поздновато, так как в этой части мы голосуем за самую веселую историю, кстати. Вот, но ничего, я могу самую интересную, на мой взгляд, историю озвучить в следующем видео. Мне будет очень интересно послушать ваши истории, какие приключения были у вас связаны с вязанием. Итак, мои дорогие, мне кажется, мы достаточно пообщались. А сейчас я приглашу вас к столу, я покажу вам все-таки, из чего я начала вязать свой процесс. Давайте я сначала вам покажу пряжу, из которой я планировала вязать изделие. Это я показывала вам уже в первой части, да, со своей племянницей. Мы показывали пряжу, и у нас были как бы на выбор два варианта пряжи. Так как я буду вязать спортивный свитшот с капюшоном и большими заячьими ушками, вот, у меня были вот такие кандидаты пряжи. Это в первую очередь пряжа от фирмы Grundl. Называется она вот так вот, Shetland. Два оттенка, вот такой красивый серебристый и молочный. Серебристый цвет – это цвет 0,5, а молочный – это цвет 0,4. И второй вариант – это бобиная пряжа. Вот такой красивый махер, хотела сказать. Букле, да, пряжа букле, очень нежная, тоненькая, в которой состав есть кашмир. Ну и, конечно, взвесив все нюансы, все детали, мы с племянницей не сразу после видео приняли решение, а я подождала еще несколько дней, чтобы почитать ваши комментарии. Возможно, у вас были бы какие-то подсказки, советы. И да, отталкиваясь от ваших комментариев, друзья, многие проголосовали за вот эту пряжу, да, что именно задумка худи с капюшоном и заячьими ушами будет классно выглядеть именно вот в этой, ну, в этой композиции. Такой красивый бежевый оттенок, мохнатый слегка, и обвязка была бы травка, да. Но на самом деле выглядит шикарно. Мне тоже нравится эта задумка. Но учтя такие моменты, как эксплуатация. Все-таки я прислушалась совета одной зрительницы. Она написала: Мария, да, все-таки взять пряжу, которая, ну, как говорится, можно стирать в машинке, да, и почаще, чтобы с ней ничего не случилось.
так как в бобинной пряже букле у нас содержится кашмир, эту пряжу часто не постираешь, ну и тем более в машинке. А то получится так, как у девчонок. Закинули джемпер, да, а вышел там какой-то мини-мини маленький что-то. Или кто-то вязал шапки, они свалялись. Алена последний раз рассказывала про джемпер. Она вязала дочке и постирала в машинке. И что в итоге, да, он полностью свалялся. Поэтому я решила не рисковать, а взять все-таки пряжу, которую можно стирать в машинке и которая более устойчивая. Здесь у нас состав 80% акрил, 20% шерсть. Пряжа рекомендуется спицы 7 по 8. Я начала вязать спицами номер 8, друзья. И получается шикарное полотно. Мягкое. Очень я довольна. Я связала образец. Сейчас мы перейдем к столу. Я вам все покажу. Но так как у меня было всего 400 грамм серого цвета, и серый цвет у нас будет, это главный цвет, мне пришлось дозаказать, потому что я была уверена, что 4 мотка 400 грамм на модель оверсайз плюс капюшон плюс ушки мне не хватит. Моя племянница выше меня, и мне там очень достаточно пришлось вывязать длиной, да, 70 сантиметров почти. Поэтому пришлось пряжу дозаказать. Хорошо, что у меня было 4 моточка. Я взяла 2 мотка на спинке, 2 мотка на перед. И остальную пряжу, которая мне пришла буквально сегодня по почте, я пущу уже на рукава, на капюшон. Мы знаем, если уже партия другая, то и окраска, оттенок будет немного различаться. Итак, друзья, приглашаю вас к столу, еще немножко покажу вам продвижение своего процесса и надеюсь успеть довязать. Итак, друзья, еще раз покажу вам поближе пряжу. Вот так называется пряжа от фирмы Grundl под названием Shetland. Цвет пряжи 05, партия 1090. Ну, это была партия цвета на то время. Я покупала ее несколько лет назад в магазине. И стоила эта пряжа за моточек 4,95. Кстати, цена такая же и осталась. Я сейчас в интернет-магазине ее заказала 3 моточка и заказала по той же цене. Даже, ну, немножко дешевле. Нашла 100 грамм стоит 479, так, да, 95. И вот пришли мне 3 моточка, которые я дозаказала. Они на самом деле немного отличаются по оттенку. Смотрите, немножко различия есть, даже невооруженным глазом, да, так слегка минимальное различие видно. Поэтому я очень рада, что мне 4 моточка, которые были, хватит на спинку и перед. Но остальное я уже пущу на, которые я дозаказала, они пойдут на рукава и капюшон. Прям такой броскости, мне кажется, не будет, да, прям, ну, различия. Это не так страшно. Итак, откладываю пряжу. Ну, а теперь покажу вам, что у меня до сих пор связалось, друзья. Конечно, детали большие. Я связала образец, постирала. Пряжа устойчивая, не растянулась, не дала осадок. То есть, вот, очень приятное на ощущение. Образец я связала на спицах номер 8. И вот посмотрите, как ложится она в лицевой глади. Ну, очень-очень приятное на ощущение. Да, отталкиваясь от образца, я вычислила, сколько петель у меня помещается в 10 сантиметров. Сколько у меня там вышло? 15 петель в 10 сантиметров. Отталкиваясь от своей плотности вязания образца, я сделала расчеты и начала вязать спинку. Как я начала вязать спинку? Ну, обыкновенно, друзья, это же свитшот. Это будет просто такое спортивное, да, такое изделие, изюминка еще будет. У меня связана спинка. Набрала я на спицы
номер 8, 80 петель итальянским набором, чтобы это мой любимый набор стал в последние года. Часто его использую, потому что он выглядит как фабричный край. Связала резинку, ну, примерно 7 сантиметров высотой, 7-8, и просто пошла вязать лицевой гладью. Вот и связалась спинка, да? 69 сантиметров высотой. Здесь будут у меня прямые проймы. Модель оверсайз, и плечо будет спущенное, поэтому и прямые проймы. Я думаю, я продвинулась неплохо. Я начала вязать в субботу. Сегодня у нас что? У нас сегодня среда. Начала я вязать в субботу. Значит, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. За 4 дня, вот как я смогла, я связала спинку. И у меня сейчас уже больше половины связан перед. Больше половины я уже провязала. И надеюсь сегодня уже закончить. Сегодня посвящу время вязанию. Закончу переднюю половинку. Самое поздно завтра утром закончу. И уже могу приступать к вывязыванию рукавов. Я думаю, со временем до 8 марта, ну, конечно, не впритык 8 марта, нам-то нужно еще сделать и фотографии, друзья, и фотосессию. Вот, поэтому надо закончить уже как бы до конца февраля, надо успеть. Вот, и тогда, я думаю, все-таки уложусь. У меня вяжется пока что одно изделие. В мыслях было, конечно, в планах связать летний топ в рамках процесса, но это только в том случае, если я хорошо уложусь и завершу это изделие. Вот. Хотелось бы связать что-то как для, на выбор, второй вариант. Если не успею, друзья, начать вязать второй вариант. У меня было в задумках, да, связать два, но я уже рада, если у меня одно полноценное изделие будет закончено в рамках этого проекта, то этот топ, в задумках у меня есть связать топ из цветочков. Он у меня уже связан в одном экземпляре, но я хотела на него снять мастер-класс по просьбе моих дорогих зрительниц. И поэтому я его хотела начать вязать в рамках этого проекта. Но все зависит от времени. Если он не попадет в этот промежуток, да, конкурса, то все равно за конкурсом уже ближе к весне обязательно свяжем летний топ с цветочками. Ну а сейчас будем вязать и делиться красотой, которую мы сейчас вяжем все вместе, дружно. Вы вяжете ваши изделия. Мы очень с нетерпением ждем ваших фотографий. Мне очень интересно будет посмотреть, что навяжут девочки, друзья. Ну, очень интересно, потому что здесь идет немножко такое, да? Все-таки мы получаем призы. Вы тоже получаете призы, поэтому я думаю, ну, как бы мотивация здесь такая, да, связать, показать свою, как сказать, эргайц. Так, эргайц. Слово вылетело, друзья, эргайц, усердство, что ли. Ну, в общем, эргайц, переведу это слово, подпишу, видите, мысли, вылетают слова, и мне нужно думать над этим, как же это на русском языке. Ладно, в общем, друзья, на этом хочу закончить свое включение. Пожелать вам всем море вдохновения, позитивных петелек, позитивных процессов, хорошего настроения, друзья. Я очень надеюсь, что вы проголосуете за своего любимого, ну, я скажу, не блогера, а за вашу любимую историю. Пожалуйста, пройдите к девочкам на видео, послушайте их истории и проголосуйте. Можете просто проголосовать. Мне понравилась история Юли или Алены или Лены. В общем, оставить ваш голос, чтобы мы могли в итоге подвести итоги, да? Значит, чья история все-таки будет занимать первое место. Итак, друзья, мы уже встретимся в третьей части этого
конкурса. Ну, я думаю, помимо конкурса у меня выйдет еще видео на вязальную тему. Я буду очень рада с вами поделиться своими задумками, уже начатыми процессами, которые я хочу, ну просто хочется их осуществить. И этими задумками хочу поделиться с вами. На этом все. Я с вами прощаюсь. До следующего включения. С вами была Мария. Всех люблю. Всем пока-пока, мои дорогие.